Доброе утро, дорогие друзья. Посмотрите. Ой, мать моя родная, напугал меня. А у нас утренняя сказка. Снег не растаял. Даже еще больше, как будто бы его намело. Как красиво. Рододендроны в снегу. Ой, надо мою гортензию сейчас в порядок приводить. Снег хрустит под ногами. Красиво так. Мафаня идет тоже гулять со мной. Зузя. Сейчас посмотрим, как в лесу. Чё, Зузечка, холодно? А ты чё думала? Зузя правда не поймет, правильно вы пишете. В шоке. Ну-ка я снег на них кину. Они любят играться. Сейчас посмотрим, как в лесу. Так, чтобы не упасть. А в лесу, как в сказке. Даже вот листочки еще не успели желтые опасть. Ну, в этом году, конечно, рано и прям такая зима. Красиво, конечно. Чё, Мафаня, в лес хочешь? Пошёл в лес гулять. Ой, калитка замерзла. Прям морозец и снег не растаял у нас. Сейчас пойду опять возле дома и за гаражом буду чистить. Вон там дома Зузя сидит. Не хочет выходить. Сирень. Все, забежали домой. И дома все-таки теплее лучше, да, Мафаня? Бегает. Вот столько снега. Вчера я там сделала сугробик. Сегодня еще припорошила. Дорогие друзья, всего вам хорошего, хорошего дня, хорошего настроения, здоровья, счастья. Всего вам самого хорошего. До свидания.